Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Последние две недели Россия, все крупнейшие города и средние города охвачены протестами в связи с возвращением, заключением и уже сейчас осуждением Алексея Навального, которому сейчас заменили, как вы знаете, условный срок на реальный — 2 года 8 месяцев. Так что были вчера ночью волнения во многих городах России в связи с приговором Алексею Навальному. Беспрецедентный масштаб, более 6 тысяч задержанных. И одна из главных тем, которые поднимает государственная пропаганда, это якобы использование детей. Приходят ли дети на митинги? Что они сами думают о митингах и о российской политике? И кто на самом деле берет в заложники детей? Власть или оппозиция? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. В России в вузах, школах и колледжах отговаривают детей и подростков от участия в акциях в поддержку Алексея Навального. Власть активизировала работу с молодежью, составляются протоколы в отношении родителей, чьи дети принимали участие в митингах. Поступают угрозы, что в будущем это может повлиять на судьбы их детей. Например, на митинге 23 числа было задержано около 150 несовершеннолетних. Многих учеников после этих акций поставили на внутришкольный учет. С ними работают психологи учебных заведений, чтобы ребенок смог избежать так называемых деструктивных сценариев поведения. Кстати, давление оказывается не только на учащихся, но и на преподавателей высших учебных заведений. Об этом говорит студентка одного из ведущих московских университетов. Вот у нас, в принципе, вуз, который... У нас были поправки, при которых мы не можем, когда занимаемся политической деятельностью, говорить о том, из какого мы вуза. Но думаю, что люди догадаются, что мы единственный достаточно вуз, который не прессует своих студентов, но у нас прессуют преподаватели, как мы узнали. Вот двоих уволили недавно, расторгли с ними контракт после того, как 31 января они получили там несколько суток, 1-10, другой 14, по-моему, и с ними расторгли контракт. Но студентов пока не трогали. Многим студентам угрожают отчислением или дальнейшими трудностями в учебе. А родителям, у которых дети не достигли 18 лет, могут пригрозить визитом органов опеки, вплоть до лишения родительских прав. Однако в последнее время и несовершеннолетние, и студенты старших курсов все больше внимания стали уделять политике. Вся социальная сеть TikTok забита роликами против Путина с призывами выходить на митинги. Что надеть и какие вещи следует взять с собой? В подписках у молодежи все чаще видны оппозиционные сообщества, что говорит о том, что новое поколение занимается и интересуется политикой. Какие политические взгляды распространены среди молодежи и какое у нее отношение к Путину, Навальному и уличным акциям? Говорим об этом с нашими гостями. Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник РАН ХИГС и Шанинки. И Алексей Федяров, правозащитник, начальник юридического департамента Фонда помощи осужденным «Руссидящая». Добрый день. Здравствуйте. Саша, к вам и первый хочу вопрос. У вас были отважные, так сказать, просчетчики, да, социологи, антропологи, которые опрашивали людей на протестах в Москве и Петербурге. Как я понимаю, сотни людей 23 и 31 числа. Так вот, скажите нам в итоге, а был ли мальчик? А были ли дети на протестах? Вот что говорит объективная система просчета? Смотрите, мы считаем так называемые невероятностные выборки. То есть мы, наши интервьюеры стоят и спрашивают каждого пятого при плотном потоке людей и каждого третьего, когда поток не очень плотный. Мы это делали и сейчас, и в 2019 году. Что мы знаем? Например, на крупных митингах лета 2019 года в Москве, когда вот это вот были Иван Голунов, потом выборы в Мосгордуму, подростков, то есть людей до 18 лет, было от 5 до 8%. На митинге 23 января в Москве их было 4%. На митинге 31 и в Москве, и в Петербурге, мы умудрились провести опросы и там, их было по 1.5%. С незначительной разницей. То есть на самом деле, ну, их не очень много к общей массе присутствующих людей. Конечно, можно предположить, что в этом случае было некоторое искажение, что там молодой человек лет 16 мог говорить, что типа мне 18, хихихаха. Но даже это искажение не было сильным, потому что у нас нет чудовищного всплеска на 18 лет. Так что на самом деле, как ни крути, основных протестующих групп,
по возрасту их две. Это 18-24 и 25-35. Вот эти группы составляют большинство среди опрошенных, то есть по более 60%. И это резкая перемена, как мне кажется. Алексей, вы не находите, что протест, вот даже я, бывший на улицах в эти дни, обнаружил, что протест резко помолодел. Я даже, так сказать, раньше привыкший видеть одни и те же лица на Тверской, еще где-то, так сказать, уже ходившие последние 10 лет со времен Болотной, множество знакомых, постоянно раскланиваешься. Я обнаружил себя в совершенно новой толпе и очень много молодых лиц. Я думаю, что к интеллектуальному протесту прибавился протест голодный. Видимо, так. И это как раз-таки и будет тот протест, к которому нельзя будет относиться уже несерьезно. Ну что, Болотный протест и все, что было между Болотным и до нынешнего года, это все-таки протест, наверное, больше, как любят называть, креативного класса. Люди, у которых все есть, у них очки и узкие лица, но они, тем не менее, недовольны чем-то. А сейчас же выходят люди, у которых и лица широкие, и на плечах еще остались мозоли либо от автоматов, либо от лямок, которыми они боржи по Волге тягали. А жрать им нечего, понимаете, и делать это нечего. Это эффект 2020 года, это может быть, как и во всем мире, пандемия дала вот такие вот неожиданные социальные протуберанцы в смысле протестов, что и в Америке, что и в России сейчас другая уже социология протеста. Все как у Рабле, гастер, голод, желудок. Желудок тянет на улице людей, которые отличаются от тех, которых на улицу тянет голова. Вы знаете, вот все-таки я немножко не соглашусь, потому что, в принципе, мы же еще проводим качественные исследования и проводим такие мини-интервью, спрашиваем людей, что вас вывело сюда. Как правило, вот если, например, в 2017 году, когда были митинги после фильма «Он вам не Димон», все-таки большинство говорили про коррупцию и про безумное сверхбогатство элит, то сейчас основным таким аргументом является нарушение гражданских свобод, нарушение свободы слова, страх за себя и ощущение, что этот пакт о личной неприкосновенности между государством и человеком, он нарушен. Это ощущение нарушения этого пакта идет как раз дело Ивана Голунова. К этому, конечно, Алексей прав, добавилось это вот раздражение от ухудшающейся экономической ситуации, то есть как бы голода еще нету, но ощущение, что государство не помогает и не собирается это делать в ситуации социальной катастрофы, пандемии, как бы есть у всех. Ну, схлопывающееся пространство возможностей, потому что, да, так сказать, вот это то, что был какой-то мелкий средний бизнес, возможность где-то что-то заработать, а сейчас, когда эти возможности вытаскивают, а одновременно сверху и, так сказать, убирают абсолютно любую возможность репрезентации и политического протеста. Абсолютно точно. То есть ты должен участвовать в государстве с собой, своими ресурсами, своими возможностями, не имея какой-либо возможности представлять себя в этом государстве. И об этом начали же говорить практически открыто. А вы-то начали открыто говорить. Да, давайте еще не будем забывать, что есть еще два важных параметра социологических, чтобы больше про это уже не говорить, что на самом деле, во-первых, там на всех этих митингах 23 и 31 очень большое количество новичков. По Москве, например, их было 42. В хорошем смысле новичков, да. Тех, кто впервые пришел. Да, по Москве 23 января было 42% тех, кто вышли впервые на какую-либо акцию, то есть на эту, либо на пикеты до 23 января. И, соответственно, 31-го было 14% тех, кто пришел впервые 31 января в Москве, а еще 30, которые выходили на какую-нибудь акцию протеста 2021 года. То есть эти протестные настроения, вот как бы они вширь пошли, они затронули те группы людей, которые раньше на улице не выходили. Ну и еще надо добавить один параметр о том, что креативный класс, не креативный класс, но это протест образованных людей. То есть у нас в среднем, например, смотрите, по Москве людей с высшим образованием по переписи 2010 года было около 37%. То, что 95% людей имеют высшее образование, это немножко преувеличение. Около 40%. В Москве образованных людей на протесте 31 января было 70% с высшим образованием. Это высшее образование. То есть это на самом деле означает, что и очень много с неполным высшим, то есть студентов. То есть это означает, что на самом деле как бы вот этот протест он пошел вширь и затронул людей с высшим образованием,
в возрасте от 18 до 35, которые до этого на уличные протесты не ходили. А вот сейчас они вышли. Вот как бы в целом вот такой социологический портрет. Как считаете, это Навальный, ему удалось пробиться вот в эту вот толщу своими, так сказать, расшатать? Как раньше ведь фильм «Он вам не Димон» тоже очень вывел много неожиданно молодежи, детей, потому что это как бы зацепило вот эту семиотическую сферу мемов, вот таких вот вещей. И тут фильм про дворец как бы неожиданно так бомбанул. Знаете, вы спрашивали в разных городах. У нас были наблюдения и интервью в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Питере и городе Обнинске. И мы знаем следующую картину. На самом деле, как правило, люди, когда спрашивают, вот зачем вы здесь, они говорят, там некоторые говорят, что вот я там сторонник Алексея Навального, я посмотрел фильм о дворце, меня это все раздражает. Это один вариант ответа. Но очень много вариантов ответа. Значит, так, я не сторонник Алексея Навального, но. И вот это «но», она прям большими буквами звучит. И дальше начинается. Мне не нравится то, что нарушают свободу. Его незаконно арестовали. Это значит, что можно арестовать и меня. Вот это вот тот самый пакт о нарушении личной неприкосновенности, о котором мы говорили после дела Ивана Голунова. Тебя могут подбросить наркотики, тебя могут посадить, тебя могут всегда ударить. Ощущение, что ты как бы беспомощное тело в руках власти, оно очень сильное. То, что я не сторонник Алексея Навального, но я против политических убийств. Второй очень частый мотив. Многие говорят знаменитые цитаты, я как бы не поддерживаю ваши взгляды, но готов отдать жизни, чтобы вы их высказывали. И прочее, прочее, прочее. То есть идея о том, что мы не являлись вот той референтной группой, которая апеллировала с ей Навальный, нам многие взгляды его не нравятся, но мы должны вот сейчас сплотиться, потому что это единственная возможность, она очень часто звучит. Но и главный мотив – это нарушение гражданской свободы и страх за личную безопасность. А вот дворец и коррупция, она как бы уходит на второй план. Но оно осталось очень сильно в молодежной субкультуре, в ТикТоке также, да, я смотрю очень много в культуре мемов, оно поддерживает на этом уровне, конечно, таком семиотическом. Конечно, да, и как бы не только эти мемы, радостно над ними ржут и люди лет 50-60. Но одно дело, когда ты ржешь над ёршиками и видишь, значит, новый герб России, два ёршика, а между ними уточка, это одно. Но выходишь ты не только потому, что тебя раздражает эта политическая элита со сверхбогатством. Ну да, и выходишь из страха за собственную безопасность, потому что нарушаются твои убийства. Свободы. Вот вчера, например, у Мосгорсуда, мы торчали у Мосгорсуда и опрашивали людей. Это было очень страшно. И, ну, забрали всех. И мы опросили 65 человек. Это, конечно, маленький набор. Это, прямо скажем, не 5 сотен по Питеру. Но, тем не менее, вот очень характерная картина. Из этих 65 вот, мы опрашивали каждого третьего или каждого пятого, стоящего так цепочкой вдоль дорог и в сквере напротив. Значит, из этих 65 два человека сказали, что они вообще против Навального. Вот категорически они его терпеть не могут, но пришли туда как бы за свои свободы. Остальные говорили, что они как бы поддерживают и Алексея Навального, но скорее поддерживают с оговорками, но им страшно за свое будущее. Mm-hmm. И этот страх за свое будущее, это вот и есть как бы знаменатель того, что сейчас происходит. Понятно. Алексей, в связи с очевидным совершенно омоложением протеста и рекрутированием новых социальных групп, мы видим, мне кажется, ожесточение. Причем ожесточение с обеих сторон. Впервые мы видим, как демонстранты значимо начинают сопротивляться, отбивать людей. Резко, фактически, по-мински возросла жестокость полиции, жестокость ОМОНа. Это что, новый тренд? Вы считаете, что это, вот, так сказать, спираль этой гражданской войны, гражданской конфронтации возрастает? Смотрите, я вот здесь два фактора выделил. Во-первых, что касается возрастания активности при омоложении протеста. Если даже сравнить с зонами, а Россия — это зона либо по эту сторону периметра, либо по эту, и срезы социальные здесь и здесь очень-очень похожи. Если сравнить с зонами, то где самые пассионарные и самые жесткие зоны? Это малолетка. Малолетки, да. После малолетки люди, которые прошли ее, приходят там, на строгий режим во взрослую зону и отдыхают. После того, что происходило вот там вот. Конечно, это вот пубертатная, постпубертатная масса, которая с максимально просто
с максимальной пассионарностью вливается в какое-то конфликтное противодействие, в конфликтную коммуникацию. А что ждать от 16-летнего парня? Вы вспомните себя там, ну, в 16 лет драка, и ты должен не сейчас, да ты все забываешь, и полетел там руками-ногами махать. Это сейчас уже подумаешь, а может, не стоит, а может, там как-то. И здесь, конечно, ну, как вы, вот, вот группа людей, которым там по 18, по 20, ну, по 25 лет, там некоторые вместе армию прошли, некоторые там вместе учились, и вот у одного из них отбивают ОМОНовцы. Ну, конечно, полезут все остальные. Ничего нового я в этом не вижу. И, соответственно, с другой стороны, также возрастает жестокость репрессии. Абсолютно точно. Я ничего в этом не вижу, потому что я прошел 90-е, когда были драки, вот они пацаны, вот они ОМОН, и бились друг на друга. Если вспомнить тогда, то вот этой вот тактики, которая применялась в 19-м году, о которой я много писал и говорил, когда там 5 человек ОМОНовцев забегают в толпу, одного выхватывают и убегают, представить было невозможно, потому что, ну, в эту толпу 5 ОМОНовцев забегут, выкатится 5 шлемов просто. Ну, тогда фуражки там были или каски, еще что-то. Сейчас, вы посмотрите, тоже тактика поменялась, и сейчас по 5 человек в толпу они тоже забегают гораздо реже и уже попадают в ситуации, когда их вокруг окружают. И этого стоило ожидать, потому что жестокость в любом случае порождает жестокость. Если ты в драке, ты дал пощечину, тебя ударили кулаком в челюсть, ты, соответственно, уже следующим ударом не будешь наносить пощечину, ты уже ударишь кулаком. Ну, то есть спираль эскалации. Да. Ну, и есть еще один очень важный момент, о котором я тоже неоднократно писал еще по итогам протеста 19-го года. Чего не хватило власти для того, чтобы в 2019 году дело по статье 212 массовые беспорядки пошло. Власти не хватило некоторых квалифицирующих признаков, которые обязательны для этой статьи. Это нападение на полицейских, вооруженное нападение на полицейских. Это уничтожение имущества, это поджоги. И я тогда писал о том, что стоит опасаться того, что это возникнет помимо воли протестующих. Провокация. Вот сейчас поджог полицейской машины и тот самый растиражированный 7 человек сбитый и пошедший на ОМОН. Да, фаеры, которые летят неизвестно откуда, ну где, откуда взялись фаеры. А и вот этот человек сбитый, ну для любого человека, который хоть как-то там хотя бы элементарно азы рукопашного боя проходил, понимает, что это не просто постановка, это постановка для детского сада. Вот просто для детского сада. Человек сбитый бьет так, чтобы рука попала четко под прием, и причем там бросок через бедро такой красивый. Это невозможно. Это невозможно в драке, когда у тебя бита и напротив тебя человек. Так что, готовится 212-е, вы считаете? Я абсолютно уверен, что вся доказательственная база по 212 готовится, конечно. И те, кто сейчас даже свои, там, так сказать, сутки 10, 12, 15, они могут повторно уже быть привлечены как участники массовых беспорядков, конечно, уже по уголовным статьям? Конечно, конечно. То есть это повторение болотного дела? Ну, вполне вероятно. Вполне вероятно, что сейчас это решение принимается. Но очень сложно планировать, потому что приходится планировать действия людей, которые не планируют сами. То есть сейчас же как планируется? Насколько я понимаю, насколько я знаю обстановку внутри правоохранительных органов, а я ее знаю достаточно неплохо, все исходит от тактических сводок на сегодняшний день. То есть само планирование, оно снизилось до батальонного. Грубо говоря, даже армейского, не то что фронтового планирования нет. Вот батальон, взвод. Ну что, сегодня проснулись, так, подсчет провели, хорошо. Так, ну ладно, если здесь наступит, то мы тут вот этот пулемет поставим. Если отсюда, ну тогда, Вань, ты с ППШ туда пойдешь. Все, вот, вот такое вот планирование. И поэтому очень сложно спрогнозировать, а что они сделают, если. Ну, неизвестно. Да, у вас я просто хотела сказать, что очень маленький, на самом деле это не обязательно как бы действие противодействия. Да, сейчас такие столкновения, они стали очень зрелищными, их много. Надо отметить, что ОМОН избивает людей, которые, вот как вчера было знаменитое видео, когда люди подняли в переулке Столешником руки, все, их все равно избили крайне жестоко. И это, в принципе, показывает, что... Да, стояли, кричали, мы без оружия, да, мы без оружия. Да, и их все равно адски избили. В Дмитровском, да, да, переулке, тут, да. Тут нету как бы реакции на агрессию с одной из сторон. Здесь есть идея, что надо максимально, ну, как бы напугать людей таким образом, что больше... Там на завтра никто не вышел. Нет, нет, это... вот здесь вот, вот да, здесь я с вами не соглашусь. Это вы, как антрополог,
антрополог, который изучает ситуацию со стороны, считает, что вот группа людей, которая не проявляет агрессию, а вот группа людей, которые избивают людей, которые не проявляли агрессию. Вы должны себя поставить на место тех вот людей, которые в форме и с дубинками. Они утром проснулись в казарме. Им объяснили, что они сейчас выходят на улицу, где враги России. Враги. Они все до одного враги. Они будут хитрить, они будут вас обманывать, они будут поднимать руки вверх, говорить, что они без оружия, они будут вас провоцировать. Но они все враги этого государства, которое вы сейчас, пацаны, спасаете. А если кто-то из вас не захочет спасать это государство, вечером, когда вернешься, ну, мы поговорим отдельно. И они выходят, да, им не согласна. Нужно, понимаете, тактического проявления агрессии. Ты агрессивен уже потому, что ты вышел. А поднял руки, ну, конечно, это агрессия. Еще какая? Это же психологическая агрессия. Ты издеваешься, говоришь, вот, я должен тебя избить, должен. У меня приказ, приказ. А ты, зараза, поднял руки и говоришь, не бейте меня. То есть ты таким образом хитро сопротивляешься. Конечно, надо подойти избить. Думаете, я из внутренних источников знаю, да. что, как сказать, пытаясь вчера через какие-то разные контакты вытащить задержанных моих друзей, я узнала, что... Рассказали внутренние источники, что ОМОН пятый день на казарменном положении, и все страшно злы. А еще я узнала слово «политес». Вы знаете, Алексей, слово «политес»? С точки зрения ОМОНа нет. Политес — это как бы, с точки зрения ФСБ и полиции, это как бы сидящий по политическому делу. У него политес. Ну, политесы вышли. Ну, в общем, да, мы видим все это, как нарастает, раскручивается спираль конфронтации, в том числе подпитанной омолодением и расширением протеста. И мы уже подходим, конечно, близко к белорусским сценариям. И сценки с улиц, с Московской улиц прошлой ночью абсолютно напоминает августовский из Минска. Вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о новом лице протеста. Протест помолодел, протест включил в себя новые слои населения. Но включает ли он в себя школьников? Действительно ли были люди несовершеннолетние в московских протестах, петербургских и по всей стране? И как вообще школьники относятся к происходящему сейчас на улицах российских городов и к политике? В сюжете Антона Сергеенко. Когда-нибудь мы тоже вырастем, когда-нибудь мы выпустимся из школы, мы будем взрослыми самостоятельными людьми, и хочется жить в стране, которая соблюдает базовые права человека и, в принципе, существует в каком-то человеческом виде, а не в том, котором она есть сейчас. Мне, когда отец сказал, что я иду на суд, он сказал, что, мол, идешь на суд лгуна, который мультик склепал про дворец Путина. А в школах у нас просто вся верхушка нашей школы, они единороссы. Вот, и рассылают просто предостережение по классам, беседам, говорят, что, мол, вот, лишат родительских прав, если ваши дети пойдут на митинги. Плюс перед голосованиями за поправки, ну, да, потому что они были за, раздавали нам бюллетени, ну, не бюллетени, а вот эти брошюрки, и говорили разносить по подъездам. За свободу страны, да, все-таки мы все живем, к сожалению, сейчас плохо, и в Москве в том числе, хотя говорят, что в Москве хорошо живут, но нет. Вот, вот маме, например, моей уволили в связи с сокращением, не берут никуда в связи с возрастом, потому что уже 50, и назначили выплаты по безработице 12 тысяч. Ну, она в истерике была, потому что не знала, как дальше жить, но вот 12 тысяч. Мне, например, в следующем году идти в институт. Вот, и просто вот так вся страна, и кто-то голодает, и все-таки за свободу. Если наша власть не может справиться с таким кризисом, с таким крахом такой великой страны, тогда ее надо сменять. Если они не могут услышать нас, мы будем здесь всегда и говорить. И в том числе, да, за Алексея Навального, который, ну, поддерживает это и помогает. На самом деле страшно, но в толпе этот страх, он растеряется более-менее. Вот сейчас, ну, мы были на митинге 23-го, тогда было почти не страшно, потому что было очень много людей, и все были как бы единым таким организмом. А вот тут, когда проходишь мимо, и ты чувствуешь, что ты один, и ты как бы не в толпе, вот, это, конечно, плохо рассуждать про толпу и про... потому что как бы... все-таки, но вот, ну, вот сегодня было страшно в каких-то моментах. Московские школьники в сюжете Антона Сергеенко.
Но школы вообще превращаются, по-моему, в такие, в одни из наиболее авторитарных дисциплинарных институтов общества. Вот одна из последних новостей вчерашних, то, что институт политруков создается в школах, да, специальные воспитатели за надбавку 15 тысяч будут вести политическую воспитательную работу, рассказывать детям о политике и так далее. Ну и тут тоже в последней своем, так сказать, телевизионном появлении Путин рассказывал о том, как сети, да, как соцсети соблазняют детей, и как, так сказать, все зло идет оттуда из соцсетей. То есть фактически идет сейчас борьба за новое поколение, да, борьба за зумеров. Насколько вообще, Алексей, должна быть, по-вашему, может ли быть какая-то политизированность школы? Это возможно, что детям в школе начинают говорить вот со стороны самого института о политике, призывать? Насколько это конституционно? Я думаю, что, в принципе, говорить о том, что дети вне чего-то в этой жизни, очень и очень сложно, если не ошибочно. То есть там дети там, вне того, дети вне этого, дети вне политики. Ну, извините, хорошо, давайте в школе дети вне политики, дети домой приходят, а дома есть нечего, потому политика. Что всех поувольняли. Вот она, ну, вот, да, мальчик, вот она, вот говорит, она, вот она политика. Уволили, 12 тысяч. Учителя, ну, это, вы знаете, вспомним конец 80-х и начало 90-х годов. Эти люди, которые там считались моральными авторитетами, учителя, там, комсомольские вожаки, во что все это превратилось? Ну, учителя стали доживать там на свои нищенские зарплаты. Комсомольские вожаки пошли делить бизнес. Все, кто был против частной собственности, помните, какие-то слова были, единоличники и тому подобное, все возглавили комиссии по приватизации. И родители этих детей это все помнят. Я считаю, что вопрос вообще должен стоять иначе. Не борьба за зумеров, а борьба за то, чтобы встроиться в зумеров сейчас. Кто за них будет бороться? Кто может вот выйти против там снежного бурана и сказать, я сейчас за тебя поборюсь, и ты у меня там будешь проходить? Видим, я просто смотрю правоприменительную практику, она чудовищна, да, если вообще посмотреть последние годы и новое величие, и сети, вот это вот красноярские подростки Майнкрафта, я посмотрел вчера вот то, что вообще в Красноярском крае происходит, вот. Там они просто идут сплошь по школам, вот. Там дети десятками их ставят на учет в диспансеры, ставят на учет. На паблике соответствующие, да. Вот я и задавал недавно вопрос в одном из своих последних постов. Война ФСБ с детьми. Если ты можешь человека отправить в тюрьму, если, как ты говоришь, ребенку можно в тюрьму, то почему ему нельзя на улицу? Тогда давайте уж так. Если человека ты можешь посадить в тюрьму, значит, ему можно на демонстрацию. С 14 лет человек может сесть в тюрьму, например, по статье 214 «Вандализм» за то, что он напишет слово из трех букв на заборе. Тюрьмы за это не будет, но он будет наказан. Статья «Изнасилование» или «Насильственное действие сексуального характера» полностью все, начиная с первой части, они с 14 лет. А экстремизм? Красноярские дела, я просто читал, это волосы дыбом. Бывает, встречаюсь с подростками, когда приглашают поговорить, вот сидят напротив меня там 15-16-летние люди, и им взрослые дяди со сцены там говорят, что они всегда говорят из президиума, почему этим дядям нужно из президиума говорить, я не понимаю. Они из президиума говорят им, дорогие дети, потом выхожу я, потом меня уже, конечно, больше не приглашают в этот... Потому что я говорю, забудьте все, что они говорили сейчас. Вас уже можно сажать в тюрьму, значит, вы уже не дети. А за что можно? И я начинаю рассказывать. Подходят, спрашивают, а правда, что если мальчик там схватил меня за попу, то это преступление? Да, это преступление. Даже мальчики, если об этом не знают, это беда, что мальчик об этом не знает. Так и здесь то же самое абсолютно. Мы говорим, здесь вот вы дети. Да. Вот здесь вы дети. Здесь вы сидите за партой и переписываете статьи Путина и Ленина заодно, на всякий случай, потому что Ленин всегда жив. А здесь вот вы не дети, здесь вы преступники, здесь вы совершенно спокойно идете в СИЗО, а потом на зону. В этой ситуации, знаете, я могу только одно сказать. Это с оперативной, стратегической оперативной точки зрения, вот это абсолютно неправильно. Потому что чем больше ты людей пересажаешь вот по таким, по единым мотивам, тем больше ты создашь анклавов взаимодействия, объединенных одними идеологическими мотивами. Понятно, посадил ты 1000 человек. Они просидели в одних камерах по 10-15 дней. Они сплотились.
Им уже даже мобильные телефоны не нужны будут, чтобы связаться, прийти друг к другу, там, посидеть на кухне, поговорить. Они научатся говорить. Они снова научатся говорить на кухне. Собственно, уроки Российской империи. И вот эти анклавы, которые создадутся, их же потом даже оперативным путем ты умучишься выявлять. Ты же замучишься туда агентов вставлять, потому что их станет столько тобой же созданных, твоими же руками созданных этих анклавов, так скажем, из всех из них будут зарождаться пассионарии, которые будут становиться агентами влияния, которые будут не бояться ничего. Это, вы понимаете, вот мы говорим об АУЕ и о том, что они взяли и запретили АУЕ. Смешно, да? Давайте теперь возьмем и... Вот пусть такой же закон издадут. А теперь запретить всех последователей Навального. А запретить, и все. Ты же это не запретишь, это же абсолютно такое же движение, которое поднимается снизу. Здесь блатное движение, тут политическое. У нас давно в стране не было политического. Не было противостояния воры политические. Теперь вот оно будет, вот воры и вот давайте вам политические. Вернулись, да, да. В 30-е годы. Сейчас у нас еще есть так называемые зеленые во всех зонах. Это последователи разных исламских течений. И вот оно будет у вас классические блатные. Исламисты, последователи ислама. А среди... ислам и навальнисты. Причем среди ислама очень много людей, которые хотят жить мирно и умеют жить мирно, и среди блатных тоже, и политические. И это будет такой коктейль, из которого что из этого родится? Ну, по крайней мере, точно не родится спокойствие. Ну, точно. У вас же был вы как собиратель анекдотов, современного анекдота, у вас же я прочел, что не пускайте детей на митинги, их там изобьют. Так вы же их и изобьете. Ну вот видите, как получается. Да. То есть да, вот это вот все лицемерие этой ситуации. Да, это абсолютно как бы... Абсолютно действительно, то есть, с одной стороны, они полностью лишены какой-то субъектности и воли, дети, которые должны быть полностью защищены, а с другой стороны, они же потенциальные преступники, которые совершают всякие страшные подрывы, акты экстремизма, подписываются на паблики запрещенные и прочее. И это создает страшное противоречие. И за всем этим стоит вот этот вот дикий страх потери контроля. Можно я прочитаю одну цитату из интервью? Учитель из небольшого города Н говорит нам в 2017 году, не сейчас, но послушайте, как она звучит, эта цитата, учитель 50+. «Всякие Навальные совратили много молодежи, которая пошла, не догадавшись. Молодежь как на наркотик подсадил. Ваш Навальный выдвинулся только потому что есть интернет. Восьмиклассник, родители ничего не могут сладить с ним, представляете? Говорит, хочу в штаб Навального в город Икс съездить. Я ему говорю, хватит тебе дурью маяться, и мы его никак не можем уговорить. А все компьютер, вся ересь ему в голову влезет через компьютер. Почему-то он Путину верит, мне не верит, а Навальному верит. Запретить бы сейчас компьютеры, ноутбуки, соцсети, вот это все. Молодежь ведь приходит как в магазине, рекламу покажи, они и купятся». Вот смотрите, какой замечательный клубок. Скалозуб просто, собрать все книги, беда сжечь. Ну, такой замечательный клубок. Здесь есть идея, что, во-первых, сломалась вот эта вот вертикаль. Раньше мы воспринимали детей как некоторый возрастной класс. То есть это группа, которая находится в определенном возрасте, и которой предписаны некоторые правила. Учиться, готовиться к будущей профессии и не затрагивать никакие сферы политической жизни. И это группа, лишенная субъектности. Сейчас уже мир устроен по-другому, так не происходит. Но и теряется контроль. И вот смотрите, вот он говорит, что во всем виноваты компьютер, интернет, соцсети. И поэтому глупая молодежь, лишенная как бы своей воли, как бы Навальный, как какой-то наркотик подсадил, и за собой их выводят, как такой гамельский крысолов. То есть чем больше видится вот эта вот непонятная история с появлением молодежи собственной политической воли, тем больше люди оправдывают это тем, что их заманили, накачали наркотиками, зазомбировали и прочее. Происходит сейчас с точки зрения правоохранительных органов абсолютно новая вещь, которую, кстати, многие опера серьезные, а у нас действительно есть очень серьезные опера мирового уровня,
и я имею в виду и в ФСБ, и те, кто работают в контрразведке, они уже понимают, что произошло и что происходит. Но на уровне среднем этого понимания нет, но беда в том, что именно вот этот вот средний уровень глупости, он и руководит правоохранительными органами. Вы понимаете, что в мозгах у опера типичного? У тебя преступление совершено единолично, в группе по сговору, организованной группой, бандой, преступным сообществом, вооруженным преступным формированием. Все, других нет. И здесь вдруг появляется ТикТок, появляются соцсети, и появляется куча групп людей, которые между собой не связаны, лидеров у них нет. Сказать, что это сообщество нельзя, а у тебя по инструкции должно быть сообщество, и ты должен кого-то из этих пяти человек, которых поместил в автозак вместе, а они учатся, скажем, в одной школе, сделать сообщником, а кого-то руководителем. И так же все допросы и происходят. Да, есть методичка Следственного комитета, по которой допрашивали подростков в 2017 году и допрашивали вот сейчас о том, кто им подавал сигналы, как выходить. С помощью чего подавали сигналы? Там пример был отличный, в скобочках держали ли в руке газету. Откуда деньги? Самый главный вопрос, да, откуда вопрос про деньги? Откуда деньги? Когда люди говорят, ну нет денег, нам никто не... И начинается. Вот привозили... О, в 19 году же была классная история, когда здесь происходят протесты в центре, а ГИБДД выставили по округам Москвы, потому что кто-то умный решил, что сейчас же будут завозить в Москву иногородних. И ГИБДД простояли на постах вокруг Москвы, никаких иногородних нет, мешков да, с деньгами нет. Да, там была такая нет. тема, что люди, не москвичи. Люди взяли и... Мы даже из-за этого специально включили вопрос, москвич ли вы? То есть государство бессильно против сети, оно даже концептуально не может понять, что такое сетевая самоорганизация людей. Можно бороться с хаосом, но невозможно. Если ты породил этот хаос, бороться с ним невозможно. Для того, чтобы структурировать этот хаос, нужно создать какие-то зоны притягивания по интересам. Какие зоны притягивания по интересам? Вот мы с вами живем совсем недалеко, да, в Подмосковье друг от друга. Вот скажите... Вы занимаетесь спортом всю жизнь, я занимаюсь спортом всю жизнь. Куда сейчас у нас пойти заниматься легкой атлетикой, например, или боксом? Некуда. Ты идешь в какую-то платную секцию, куда-то детей пристраиваешь, сам занимаешься в каком-нибудь из крупных залов, которые созданы. Вроде как бы поставили эти физкультурно-оздоровительные комплексы. Тренеров нет, программ нет, ничего нет. И люди пришел ты, 10-летний человек, в комплекс этот, посмотрел, о, бассейн, о, тренажер. Да нет, и закрытый стадион, в Строгино стоит. Либо закрытый стадион. Вообще все, и ушел. Но ведь там же можно было создать какой-то центр кристаллизации. Какая-то кристаллизация должна начинаться с чего-то. Школа не кристаллизует сейчас. Школа, наоборот, только все распыляет, разбрасывает. Здесь мы приходим вообще к концептуальному. Сейчас, секундочку, я просто пытаюсь подытожить, что мы приходим вообще к концептуальному различию между тем, как устроено и мыслит государство, да, что дети — это некая такая ячейка корпоративного общества, которое должно сидеть по своим ячейкам, готовиться, да, встраиваться в структуру общества, а дети — это какая-то сейчас масса, это неорганизованная сеть, да, при помощи ТикТока, при помощи других соцсетей. И вот это столкновение происходит на наших глазах. Вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о детях. Говорим сегодня о том, как дети относятся к нынешнему протесту, к нынешним репрессиям. Об этом, кстати, вот картинка на моей майке из такого фонда помощи собакам «Barking Store». Ну вот мне как раз об этом это и говорит. Дети, их постоянным пейзажем существования являются автозаки, заградительные барьерчики. И вот сейчас митинги. Митинги 23 января, 31 января и последний митинг в связи с приговором Алексея Навального. Об этом рассуждает Татьяна Усманова, координатор движения «Открытая Россия». Власти обвиняют оппозицию в том, что она использует несовершеннолетних. Да? Я была на всех последних митингах, я видела тех, кто там был, и, честно, я не видела там молодежи, ребят, которым было бы меньше 18 лет. Безусловно, я паспорта ни у кого не спрашивала, но все-таки понятно, что люди в среднем где-то возраста 25-30 лет, но никак не 16-17, поэтому это полный бред, на мой взгляд.
По поводу настроений, да, это абсолютная правда. У меня очень много есть знакомых, семей, в которых дети, которые учатся в школе, они начинают говорить о Навальном. Студенты первого курса, второго курса, они очень политизированы. Хочу сказать, что когда я училась на журфаке МГУ, я закончила его в 2005 году, да, и мы в 2001-2002 не так сильно интересовались политикой, как ребята, которые растут сейчас. Безусловно, мы тогда смотрели за делом ЮКОСа, которое тогда только развивалось. Чуть позже начались первые акции Навального, но мы не были так вовлечены, как сейчас, и это, конечно, очень радует. У нас есть бот-открытки, куда присылают люди обратную связь, и очень много нам пишут в директ Инстаграма, и мы собирали там как раз отзывы перед 23-м числом от студентов и от старшеклассников. Ну, в первую очередь у них ставили различные экзамены на 23 число, кого-то заставили разгребать снег на прилегающих к школам стадионах или площадках, которые, ну, чего никогда до этого не просили. Я считаю, что роль ТикТока, она очень сильно была преувеличена, и власти тут сыграли в какую-то довольно странную игру. Они сами стали всем рассказывать о том, что вот ТикТок сейчас придет очень... То есть они сами придумали вот эту волну, что люди постят видео в ТикТоке, эти видосы набирают очень много просмотров, миллионы, и вот сейчас все эти люди выйдут на улицу, какой ужас, какой кошмар, это будут дети. Но на самом деле площадка ТикТок работает совсем по-другому. Да, окей, у этих видео есть миллионные просмотры, но люди, которые смотрят видео, там лайкают их и так далее, они, как оказалось, не выходят потом на улицы своих городов. К счастью или к сожалению, тут уже каждый должен сам давать эти оценки, кто как считает, но ТикТок не принес практически никого нового в этот протест. Потому что если бы ТикТок принес, то как раз было бы очень много детей и такой супер прям молодежи. А их я не видела. Татьяна Усманова в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну, я думаю, что все-таки можно здесь говорить даже не столько о детях, сколько о внуках. Вот я прочел недавно хорошее определение, что это сейчас не конфликт отцов и детей, это конфликт дедов и внуков. Идет какая-то стремительная вот такая вот по возрастной пирамиде разброс, потому что то, что было показано с роликом про Путина, это какая-то такая абсолютно даже дедовская стилистика, да, что-то такое из глубокого Советского Союза. А сейчас пришло вот это вот новое поколение зумеров, которое вообще даже на другом языке говорит. Ну и, кроме всего прочего, происходит очень сильный разрыв культурного опыта. Каждый человек, как социальное существо, хочет передавать свой опыт. И в этом есть смысл как бы родительства социального. Но проблема заключается в том, что опыт родителей там очень часто 40+, 50+, он не передаваем. Я уже много раз приводила такой пример. Ну, отлично, вот у меня есть чудесное опыт стояния в очередях 90-е, когда я была маленьким ребенком. Меня ставили в очередь там за гречкой и макаронами, я там с книжкой стояла. Или там я могу сплести из рваных колготок от мочалки до коврика. Но этот опыт, слава богу, на самом деле, никому не нужен. То есть мне нечего передать. В тюрьме нужен. Спасибо. Может быть, стоит потренироваться. Но в целом в повседневности не тюремной он не очень нужен. Зато и как бы родители начинают паниковать. Они в интервью бесконечно говорят, что вот как бы мои дети делают в 12 лет то, чего я в их возрасте не делал. И как бы я не могу поставить себя на их место. Я не понимаю, как они думают, как они себя ведут, потому что они совершают действия, которые мне непривычны. И этот разрыв в обмене культурным опытом приводит к тому, что начинается эта вот паника. А, там кто-то их зомбирует, выводит на улицу, управляет им или так далее. Это не единственная причина, но это очень сильный такой общий знаменатель, который как бы психологически говорит обеспокоенному родителю и учителю, что что-то не то происходит. А на самом деле происходит этот слом культурного опыта. Надо просто с этим смириться, что вот как бы твой культурный опыт не нужен никому. Знаете, я как-то к этому отношусь, может быть, несколько иначе. Возьмем на примере. Моему отцу в этом году 80. Мне в этом году 45. Моему старшему сыну в этом году
23. Моим дочерям 9 и 10. И я не чувствую между нами конфликта. Я совершенно спокойно отношусь к тому, что мой отец читал какие-то те книги, которые мне не особо сейчас интересны, но зато мы с ним оба прекрасно слушаем Rolling Stones. Это же и хорошо. Да. Это же и хорошо. Значит, что-то... Зато мы с ним оба любим старый классический рок. С моим сыном тоже. Вот он вырос на манго, например. Но он любит Ника Кейва, я его тоже люблю. С моими детьми, с младшими детьми мы все любим спорт. Вот все просто, все помешаны на спорте. Мы с ними всем... Везде есть что-то общее. И говорить о том, что какой-то культурный код сломался, давайте несите следующий, мне кажется, это немножко не так. Он сломался между... Хорошо, это в вашей семье, но мы говорим, скажем, о школе. Так школа том, сама сломалась. Кто из себя представляет в основном учителя? Это, так сказать, плохо оплачиваемые женщины предпенсионного возраста с глубоким советским опытом, встроенные в корпоративное государство. Понимаете? И повсюду, как бы, вот эта вот кричащая училка, кричащий завуч, про что все эти ролики ТикТока, да. Учителя, ректоры, которые сейчас тоже выступают, это все какая-то чудовищная совковая архаика. Понимаете, вы же говорите про общий интерес. Это замечательно, что они у вас есть. А я говорю про невозможно, как бы разный опыт. Вот если мы послушаем эти вот ролики с этими кричащими учителями, там очень часто звучит следующая мысль. Вы не жили в 90-е, вы не помните, что такое вот этот вот голод, эти очереди, а вы там зажрались, вы хотите только новый айфон, значит, вас ничего этого не интересует. Но вот за этим стоит вот этот вот травматический опыт, а эти люди не хотят как бы понимать, что как может быть плохо. Так, может быть, и не надо. Но... Вот эта вот невозможность поделиться вот этим, этим опытом, вот за этим и стоит. Ну, смотрите, возьмем 90-й год. Да. 90-й год. 45 лет от того, как закончилась война. Послевоенные годы страшные, да? Да. Возьмем 2020 год. Ну, 30 лет с 90-х. Ну, по сути, вот разница небольшая, совершенно того, как время ускорилось. Сейчас пугать 90-ми годами, это все равно, что в 90-м пугать 46-м годом. Так это же так и происходит в этой риторике. Это же так ровно и происходит. Вот если в 90-м, да, могли вполне послевоенным временем бабушки и дедушки, так. Вот вы не знали. И на кого это подействовало? И мало того, в школах и сейчас пугают военные... Нет, это и сейчас не подействует, но это закладываются, так сказать, вот эти они расколы, конфликты. Да. То есть, как бы, если вы послушаете все эти ролики, то есть, как бы, вот это вот о тяжести жизни во время войны постоянно говорится и сейчас. Какие 90-е? Это один из важных риторических ходов понятно. В школе. Понятно. Хорошо, давайте этот момент зафиксируем, но спросим дальше. А дальше из этого может выродиться, вылупиться какая-то новая политическая реальность? Да, или конечно. Это все-таки, так сказать, вот эти дети, которые сейчас посмотрели ТикТок, которые, так сказать, посмеялись над своими учителями, вышли, может быть, там 23-го, 31-го еще выйдут. Но потом они повзрослеют и просто как бы интегрируются дальше в структуру государства. Нет. Я абсолютно уверен, что если бы сейчас их не начали бить на улицах, и если бы их сейчас не стали так активно вовлекать, а их вовлекают, наверное, даже больше не те, кто выходит на улицы, а те, кто говорит, что вы выходите на улицы, они на самом деле не уходят. Понимаете? Вот они их больше вовлекают на улицу, чем те, кто ходит по улицам. Если бы вот этого не происходило, и если бы вот этой маргинализации принудительно не происходило, а это именно принудительная маргинализация, то тогда все это могло бы и рассосаться. И они бы сами ушли бы по своим ячейкам. Что будет сейчас? Как всегда, будут появляться пассионарии, будут появляться личности, вокруг которых будут собираться личности послабее, но исполнители, те, кто будут делать историю, а они будут делать историю из этих тиктокеров, из этих зумеров. Вот вырастет новая волна, новое поколение. То, что может быть... не выросла в 90-х, потому что в 90-е мы все ушли в то, чтобы просто выживать, приспособление да. и выживание, и в кормление своих семей, выживание своих семей. Здесь эти люди уйдут в то, чтобы получать общественное признание уже сейчас, к 20, к 25, к 30 годам. И там будет очень много неглупых людей, очень много читающих людей. Они читают. И, кстати, обратите внимание, что очень важно понимать, что вот этот молодежный протест, о котором мы все время говорим с вами, на самом деле не российское явление. Это общемировой тренд последние 3 года. Вот, например, давайте вспомним Грету Тунберг.
Но она не одна такая. Движение Fridays for Future и Climate Change. Это на самом деле оно набирает как бы огромную, невероятную поддержку. И ту моральную панику, которую вызвала Грета. Она похожа на то, что происходит сейчас. Да. Боже, что они нас учат жить? Кто они такие? Кто она такая? Марш за парту. Да, вот была реакция на Грету Тунберг. Да, в Севастополе уполномоченный по делам детей толкнул такую речь, что вот эта Грета, она психологически больная, психически. Да. Ей управляют кукловоды. То есть вот это единственное объяснение ее популярности, то, что ей управляют кукловоды. Это, опять же, отказ в субъектности. Но это движение Fridays for Future, оно невероятно популярно во всем мире. Жанна д'Арк, 19 лет. И как бы в этом, там, я вот недавно читала статью, что в это втянуты миллионы, как бы этим занимаются миллионы подростков. То есть это парадигма, при которой молодые люди не могут заниматься социальной, активной политической деятельностью, она как бы уже давно не существует. Но она существует в голове правоохранителей, вы правы. И здесь, я думаю, складывается ситуация, в которой детей в результате берут в заложники. Потому что мы еще вот уже нет у нас времени обсудить, ведь сейчас через детей же дергают родителей, да? Да. Когда к оппозиционерам приходят и говорят, а что это у вас дети в армии не служили, а давайте-ка мы посмотрим, когда органы опеки приходят и так далее. Это ведь уже старая практика, да? Да, конечно, это старая практика. Прижать человека при помощи детей. Ну, мне кажется, этой практике просто сколько живет человечество, столько лет этой практике. Возьми в заложники ребенка, да. Но другое дело, что это просто будет переставать пугать потихоньку. Ну, я понимаю, что если бы государство и его органы действовали слаженно, системно, четко, и все понимали, что я сделаю это, а за это будет то, я сделаю это, а за будет то, а если я пойду учиться, то я дойду до председателя правительства, и тут все начинают смеяться. Вот когда начинается смех на словах о социальных лифтах, вот тут заканчивается государство. Ну да, я с заложники все-таки, я понимаю, что всегда было, но, скажем, то, что вот сейчас это с Юдиной, да, Маргарита Юдина, которая в Петербурге, которые ударили ногой в живот сейчас, и сыновей ее спрашивают, почему в армии не служили, и органы опеки интересуются ее дочерью 15-летней. Здесь, конечно, удивительная совершенно вещь. Хорошо, ну что, тогда нам ставить вопрос о необходимости политической эмансипации детей, как еще одного, так скажем, угнетенного класса в патриархальном обществе. Вот мы говорили о женщинах, мы говорили там о ЛГБТ, мы говорили о там мигрантах, предположим. Дети это что? Фактически еще одна непредставленная группа? Классическая же тема из МАУ. Что делать, когда поднялся ветер? Либо стену, либо мельницу. Ну, здесь, ну, это не нам уже ставить вопрос, это дети поставят вопрос. Ну да, и если мы как бы вот за вами посмотрим на события недавние, то с 2016 года дети, подростки постоянно становятся ньюсмейкерами. Того, чего раньше не было. Дело хабаровских живодерок. 12-летняя Ева Райх, которая говорит, что она куратор групп смерти там и убивала направо и налево, и дает направо и налево интервью. Дело псковских Бонни и Клайда. Потом выходы подростка на улицу в 2017 году на митингах после фильма «Оно мне Димон». То есть внезапно в наше пространство появляется тема подростков-ньюсмейкеров. Это вот тогда началось, это вот не сейчас началось. Это идет последние 4 года. Да, это действительно какой-то сильный поколенческий сдвиг, и это вызывает вот ту самую моральную панику, с которой мы начали, с которой охранители, пропагандисты, консерваторы начинают говорить о том, что оппозиция использует детей, несмышленных детей выводит на улицы. Но давайте посмотрим, давайте рассудим. На самом деле в заложники детей берет не оппозиция, а берет власть. Берет в заложники их в школах, берет в заложники их в вузах. Берет в заложники, когда оказывает давление на их родителей. Так что в итоге, конечно, такая большая пирамида давления над детьми – это не оппозиция, это не ТикТок, это не митинги Навального. Это все патриархальное общество со всей системой воспитания от семьи и через школу, через университет, заканчивая армией. Так что не надо говорить, что оппозиция берет в заложники детей. И давайте посмотрим на то, как устроена вся наша система воспитания. Это была программа «Археология». Алексей Федяр, Александр Архипов, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».